Всем привет! Хочу вам показать свои покупки в магазине Пятерочка. В Пятерочку мы зашли, чтобы купить продукты, которые нам нужны на торт. На торт мы купили сливки, домик в деревне, 10%. Мне нужны были 10% и 33%. За вот этими мы заезжали в Перекресток. В Пятерочке не нашли вот именно такие. Здесь 250 грамм. И стоят они 160 рублей. Вот эти стоят где-то 78 рублей, а эти 37, по-моему. 10% и 33%. Дальше корм котам. Это для стерилизованных кошек и котов. Я такой первый раз увидела и взяли. Не знаю, чем он отличается. Мне кажется, он все такой же. Он по акции был 59 рублей. Также кошкам взяли Вискас, это тоже в Перекрестке. Мы взяли в Перекрестке две вещи только. Вот этот корм и сливки. Этот корм был, по-моему, за 12 рублей. Дальше кальмары. Я захотела кальмары утром покушать. Они были по акции за 39 рублей. Следующее это печенье сормовское. Оно у нас стоит 29 рублей. Дальше вот такое печенье, где-то 35 рублей, наверное. Следующее Ролтон, он стоит 10 рублей. Сахарная пудра классическая, это за 18 рублей. И куриные яйца из Пятерочки тоже. Это категория С2, 35 рублей. Мы взяли два десятка. Один, чтобы торт сделать, а другой так себе. И еще мы зашли в магазин просто обычный около дома и купили хлеб. Хлеб у нас стоит 25 рублей буханка. Напишите, сколько стоит у вас. Вот и все покупки. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.